Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Доступная медицина. В селе Рассвет начато строительство амбулатории врача общей практики. Не пройти, не проехать. Общественники намерены бороться с нарушителями правил парковки. Помощь аграриям. Субсидии из краевого бюджета позволили модернизировать парк сельскохозяйственной техники. Усилить антитеррористическую защиту в местах массового скопления людей. Такое поручение прозвучало сегодня от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на заседании Совета безопасности. Наиболее остро стоит вопрос об ограничении движения транспорта на пляжных территориях и в прогулочных зонах. В Анапе этой работой уже занимаются. По поручению главы курорта проверяются все проезды к морю. На пляжах работают мобильные группы. Сергей Сергеев потребовал мобилизовать все силы, административные ресурсы и силовой блок и обеспечить порядок на курорте. Шлагбаумы в проездах к пляжам, раздражающий многих автомобилистов фактор, сегодня необходимость. На Совете безопасности глава региона подчеркивает, только механическая защита убережет нас от посягательств террористов. Ограничить проезд там, где его и быть не должно – пляжи, прогулочные зоны, здравницы. Все равно нужно дорабатывать или даже переосмысливать наши подходы к обеспечению безопасности в Краснодарском крае. И главы курортных городов. Давайте делать санкционированный один въезд и выезд в зону набережную. Мы будем четко понимать, кто въезжает на пляж сегодня. Набережная, пляж только для отдыхающих, только для пешего прохода. Любое продвижение на легковых автомобилях, это касается здесь и Геленджика, в том числе и Анапы, любое продвижение на легковых автомобилях по набережной, да, значит, давайте запрещать. Обеспечение безопасности жителей и гостей курорта – первостепенная задача. И не только для администрации. Проходить мимо нарушений, обладая полномочиями по их пресечению – настоящая халатность. От своих подчиненных глава Анапы требует эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и работы на результат. Я, Сергей Алексеевич, по вашей докладной увидел, что один из проходов у нас открыт, но не увидел, какие меры вы приняли. Не надо мне констатировать факты, сразу надо докладывать, что вы наметили, и как будет закрываться он, какими силами. Мобилизовать силы в укреплении правопорядка призывает начальников отделов полиции в муниципальных студиях, главный полицейский края. Формализм и небрежность в работе отставить. Мы находимся в прямом эфире, а своим руководителям все массовые мероприятия, которые будут проводиться на территории края, обеспечить безопасность. Абсолютно правильно здесь. Вместе с главами ставьте машины, ставьте заградительные какие-то технические средства. Но ничего не должно проходить в зону, где у нас люди отдыхают. И мы должны очень жестко здесь работать. 21 июля глава Анапы проведет расширенное заседание антитеррористической комиссии. Не лить воду в докладах, а озвучить первые результаты по данным поручениям. Установка Сергеева. Сегодня определяем места уязвимые и, кроме пляжных территорий, определяем, у нас есть пострашнее территории, чем пляжи. В вечернее время это улица Горького, это улица Терская, Краснодарская, Гребенская, в отрезках от Крымской. Это театральная площадь, где людей больше, чем на пляже, подчеркиваю. Поэтому там тоже надо определить алгоритм действий по принудительному перекрытию дорожного движения. Также сегодня на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае и антитеррористической комиссии Вениамин Кондратьев поручил проверить техническую пригодность детских аттракционов на Кубани. Соответствующее распоряжение он дал вице-губернатору Юрию Гриценко и региональному министерству ГУ и ЧС.
И в продолжение темы. В Анапе высокий сезон. Только за неделю с 11 по 17 июля на территорию курорта въехало более 215 тысяч единиц автотранспорта. Расположить свое авто поближе к морю или центру города мечтает каждый водитель. Но такие стихийные парковки на улицах не только затрудняют движение, но и создают реальную опасность здоровью и жизни людей. Общественники решение проблемы видят в усилении роли ГИБДД. Улица Кати Соловьяновой. Карета скорой помощи с тяжелобольным на борту едва проезжает между автомобилями, которые припаркованы с нарушением всех возможных правил дорожного движения. Спецсигналы и проблесковые маячки тут не помогут. Остаются только эмоции. Мы везем больного, нам некогда говорить, нам некогда. Опасно, что собака, далеко больному до машины идти, далеко идти больному, понимаете, и нам далеко идти. Врачи, фельдшера не могут подойти, машины поставят, не подъедешь, ничего, поэтому... Проблема с движением автомобилей на улице Кати Соловьяновой возникла не вчера. Жители стараются самостоятельно ее решить. Врывают ограничительные столбики, знаки «Стоянка и остановка запрещена» водители попросту игнорируют. А дополнительные таблички «Работает эвакуатор» таинственным образом пропадают со своих мест уже после первых дней установки. Ведь гораздо проще оплатить нарушение за знак, чем забирать машину со специализированной штрафстоянки. Знаки поставили. Вот уже второй год стоят эти знаки. Установили таблички, работает эвакуатор. Буквально зимой таблички стоят, как наступает лето. Кто-то таблички снимает, машины ставят, мы звоним. Приезжает служба, устанавливает новые таблички, работает эвакуатор. Через 2-3 дня эти таблички опять снимают. И так продолжается уже вот второй год подряд. Но основная головная боль жителей – это переулок Малинкин. Он соединяет улицы Горького и Кати Соловьяновой. Несмотря на то, что улица Горького – главная артерия курорта и является пешеходной зоной, автовладельцы беспрепятственно проезжают под запрещающий знак, игнорируя возмущенные восклицания отдыхающих. По словам местных жителей, проехать на улицу Горького без проблем может любой желающий. Если сегодня на Анапском Бродвее беспрепятственно курсируют таксисты и машины с продуктами, то где гарантия, что завтра сюда не въедет грузовик со смертельным грузом? Предложение по решению этой серьезной проблемы у общественников есть. Года два назад здесь был временный пост, стоял от роты ДПС патрульный автомобиль, прямо вот здесь на углу, на перекрестке, и все было хорошо, никто посторонний сюда не ехал. Было спокойнее, как говорится. Но я думаю, что у них и так работы хватает без нас. Поэтому вот такая ситуация у нас. Выгоду из сложившейся ситуации получают лишь многочисленные попрошайки. Тоже, кстати, клиенты стражей порядка. Маневры между автомобилями могут закончиться плачевно, не говоря уже об общей картинке недостойной курортного города. Полномочным представителем по взаимодействию с фермерами назначен Вячеслав Легкодух. Омбудсмен будет подчиняться напрямую главе региона. Напомним о необходимости появления на Кубани уполномоченного по правам фермеров. Губернатор края заявил в марте текущего года. В обязанности аграрного полпреда входят решение земельных проблем, контроль справедливости кадастровой стоимости земельных участков, юридические консультации, вопросы взаимодействия органов власти и сельхозтоваропроизводителей края. Легкодух Вячеслав Александрович в 2010 году был избран председателем некоммерческого фермерского партнерства «ЕСК и АКОР». В 2016 году стал членом аграрного совета при губернаторе Краснодарского края. Строительство амбулатории для врача общей практики началось в селе Рассвет. За ходом его наблюдают самые неравнодушные жители. Несмотря на жаркий полдень, эти две общественницы не замечают солнцепека, словно глоток свежего воздуха – это стройка. Они давно мечтали о новенькой амбулатории. Просили об этом и главу города. Из краевого бюджета было выделено более 9 миллионов рублей. Хуторяне давно приметили это место. Сергей Сергеев охотно поддержал рассветовцев, ведь когда-то рядом с амбулаторией будет и школа, и детский сад. А пока женщины рады тому, какими темпами работают строители. Очень быстро начали. Молодцы строители. Ну, что сказать, мы благодарны. Строители работают быстро, я считаю, потому что вот совершенно на той неделе было только основание, уже возводят стены. Я думаю, что они очень быстро даже возведут это здание. Притворяют в жизнь мечту хуторян строители ООО «Идеал Трейд». И, судя по всему, им и самим работать интересно, быстро и качественно. Общая площадь амбулатории составит 192 квадратных метра. Здесь в итоге будет 7 кабинетов, а окончание работ планируется в декабре этого года. Для хуторян это будет настоящий праздник и новогодний подарок. Основное строительство кабинета врача общего практика – это такая необходимость такая для двух хуторов, когда люди в возрасте будут приходить вот именно сюда, не ехать в Гайгадзор, в этих маршрутках не давиться и получить то, что можно получить на месте. Это
вообще благодарность всем, кто эту идею проявил, продвинул, кто помог это делать. Но еще один предмет гордости и благодарности рассветовцев. На встрече с населением неделю назад глава города откликнулся на просьбу хуторян о том, что в таком священном месте, где создана Аллея Славы, асфальтовая дорога должна быть по определению. Сегодня работы по улице Мира идут полным ходом. Теперь в дожди и слякоть не придется общественницам отмывать от грязи плитку на аллее. И свадебные кортежи перестанут тут глотать пыль. Заасфальтируют и этот непредусмотренный ранее маленький кусочек. Кубань – российская житница. Развитие агропромышленного комплекса для региональных властей – одна из главных задач. Помощь для кубанских аграриев оказывается и немалая. С начала года в обновление парка сельхозтехники в крае вложено более 5,5 миллиардов рублей. Средства были направлены на приобретение более чем 2000 единиц сельхозтехники и оборудования. Провести модернизацию удалось благодаря программе субсидирования производителей сельхозтехники, по которой аграрии приобретают технику с 25% скидкой. С начала года по этой программе зарегистрировано 539 договоров на приобретение сельхозтехники. Как сообщили в краевом Минсельхозе, в дальнейшем планируется наращивать темпы технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса края. Это позволит своевременно проводить весь цикл полевых работ. А сейчас важная информация для всех жителей и гостей нашего города. Администрация заповедника Утриш просит отдыхающих быть очень внимательными. Территория заповедника закрыта для посещения. В связи с высокой опасностью возникновения лесных пожаров убедительная просьба соблюдать правила пожарной безопасности. Все сведения о лесных пожарах сообщайте по телефону 01 или 112, а также по телефону горячей линии заповедника Утриш 8 918 490 18 12. Заповедник – это особо охраняемая природная территория. Администрация заповедника призывает вместе бороться за сохранение леса для наших детей. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.